אין לנו הרבה זמן, ואני מקווה שאני אספיק להגיד את מה שהכנתי. У нас нет много времени, я надеюсь, что получится сказать все, что я приготовил. Я רוצה לדבר היום על הנושא, שבעצם נקרא תקומתו של ישוע מן המתים. Я хочу поговорить сегодня о теме, которая название этой темы воскресение Иешуа из мертвых. אבל הכוונה שלי יותר לעודד אנשים. Но мое намерение больше воодушевить людей. לחזק את התקווה שלנו, את האמונה שלנו. Укрепить нашу веру и нашу надежду. אנחנו בזמן האחרון הרבה דיברנו גם בשבוע שעבר ולפני זה על טומאה, על הטבילות. На прошлой неделе и несколько недель подряд мы говорили про нечистоту и про загрязнение. ועל טבילת מים. И о водопогружении. בשבוע שעבר ליאון דיבר על שייכות לעם. И на прошлой неделе Леон говорил про принадлежность народу. אז מה שאני אדבר זה אולי באיזשהו כיוון קשור לזה גם כן. И то, о чем я буду говорить, каким-то образом оно да связано с этим. אתם זוכרים, פעם אנחנו דיברנו איגרת אל היוחנן, מהבשורה של היוחנן, מפרק 2. Вы помните, что однажды мы говорили на основе Евангелия от Иоанна 2 главы. על הנס הראשון בעצם שישוע עשה. Мы говорили про первое чудо, которое сделал Иешуа в Кане Галилейской. ומה שאמרתי, שהנס הוא היה קשור ליין. И то, что я сказал, это чудо было связано с вином. כלומר, הוא הפך את המים ליין. То есть то, что он сделал, он из воды сделал вино. אבל הנקודה החשובה, שזה לא היה סתם נס, זה היה סימן, זה היה אות. Но самое главное, что это не было просто чудо, это было знамение, это было... זה היה אות לתלמידים שלו ולאנשים מסביב. Это было знамение для его учеников и для людей, которые находились вокруг него. ומה היה המשמעות של האות? И каково было значение этого знамения? שהמים שהוא הפך, זה היה מים נמצא במיכלים שנועדו לתיאור של בני אדם. То, что он сделал, и воду, которую он превратил в вино, эта вода, этой водой были наполнены сосуды, которые были предназначены для того, чтобы человек, очищать человека. כלומר, твилят, כמו миквы, הם היו עושים בעזרת המיכלים האלה. То есть, когда человек проходил миквы и погружение в воду, бралась вода из этих сосудов. והמשמעות של האות הייתה שלא רק במים אנחנו מתארים את עצמנו. И значение знамения самого было не то, что только водой мы очищаемся. Или Иешуа אומר, что яин, что זה סימן, סמל של הדם שלו, זה מה שמתאר את כל החטאים שלנו. Но Иешуа показал, что настоящее очищение происходит через его кровь, а вино это знак его крови. כלומר, הדרך ההתחלתית, השלב הראשון, איך אנחנו יכולים להתקרב לאלוהים, זה על ידי כפרה של הישוע. То есть первый путь и первая дверь, которая нам открывается к Богу, это через жертву Иешуа. בגלל זה הוא נתן וקרא לזה אות. Поэтому он дал, произвел это чудо и назвал его знамением. אני ממשיך מספר יוחנן. Я хочу продолжить читать из книги от Иоанна. והשלב הבא מה שקורה, שהוא נכנס לבית המקדש ומגרש משם את כל האנשים, הוא מתאר את בית המקדש. И следующий уровень, это когда он заходит и в храм, и изгоняет всех торговцев. זה קורה בפסח. Это происходит перед Песахом. ואנשים הם ממש מופתעים. И люди были в шоке от этого. תחשבו, גם היום, אם אתה יכול לבוא לבית מקדש ופתאום לעשות איזושהי מהפכה. Представьте, что сегодня вы могли бы зайти в храм и произвести там так называемую революцию. זה משהו ממש יוצא דופן, זה לא משהו רגיל שקורה יום-יום. Это не что-то обычное, которое происходит каждый день, это было что-то из ряда вон выходящее. ועד היום כולם מדברים על זה. И до сегодняшнего дня все об этом говорят. איך הוא העז לעשות כזה דבר? Как он посмел такое сделать? ואז גם באים פרושים. И тогда приходят фарисеи. ושואלים, באיזה זכות אתה עושה את זה? Подошли к нему фарисеи и спросили, какой властью, какой силой ты это делаешь? מי אתה שיש לך רשות לעשות כזה דבר? Кто ты такой, что ты думаешь, что тебе можно это делать? ואז Иешуа עונה להם. Тогда Иешуа отвечает им. אם אתם תחריבו את בית המקדש, תוך 3 ימים אני אקים אותו. Иешуа говорит, если вы разрушите храм, все через 3 дня я воздвигну его. הם שואלים אותו, מה עוד שיש לך סמכות?
И они говорят, покажи нам знамение своей власти. Майя от. Каково твое знамение? Вазомер, ток шлошая мима не охоль ляким, это бет мигдаш. И он говорит, в три дня я могу воздвигнуть сей храм. Баруш аф эхад ло явин аль ма он медабер. Понятно, что в тот момент никто не понял, о чем он говорит. Ло крушим ве ло тальмидим. Не ученики, не фарисеи. Авал им анахну корим ми перек штайм шель Йохана. Но если мы прочитаем со второй главы Евангелия от Иоанна. И пасук 21. С 21 стиха. Катув ах у дибер аль эхаль гуфо. לכן כאשר קם מן המתים, נזכרו התלמידיו, כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע. Написано, он говорил о храме тела своего. Даже воскреснув из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, слову, которое сказал Иешуа. Скомат шнея несим о отот аришоним, что Иешуа нотен, эм атхаля бесов шель кол аталиха Иешуа. То есть два первых знамения, которые дает Иешуа, это начало и завершение процесса искупления. Атхаля зе, ше бен адам яхол литкарев лелуим рак аль ядей тиур шель дам шель Иешуа. Начало это было таково, что человек может приблизиться к Богу только через жертву Иешуа. И конец то, что он воскрес из мертвых. אתם יודעים, זאת תקווה גדולה של כל עם ישראל ואנשים רבים בעולם. Вы знаете, это огромная надежда народа Израиля и многих людей по всему лицу земли. תקומתו מן המתים. Воскресение из мертвых. בתפילת העמידה שמכריזים כל יום בבית כנסת. В синагогах каждый день молятся молитвой Амида. ואחד מהכרזות החשובות זה תקומת מן המתים. И одно из самых важных провозглашений молитвы Амида – это воскресение из мертвых. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Благословен ты Господь Бог живящих мертвых. זה התקווה שכל בן אדם מחזיק בה. Это надежда, за которую держится каждый человек. וכל בן אדם שהוא יהודי, הוא מאמין שזה יקרה מתישהו. И каждый еврей верит, что когда-то это произойдет. אבל גם היום, כמו אז. Но сегодня, как и тогда. יש אנשים ששמים את זה בספק. Есть люди, которые подвергают это сомнению. מה זה, מה השטויות האלה, תקומת מן המתים? Что это за глупости, воскресение из мертвых? יש אנשים שהם נמצאים פשוט בתסכול. Есть люди, которые находятся в отчаянии. שהם לא רואים את התקווה ולא חושבים על זה. Которые не видят надежды и не думают об этом. כי הנסיבות שמסביבם הם פשוט לוחצים אותם כל כך חזק. Потому что обстоятельства, в которых они находятся, сильно давят на них. אז הם לא חושבים על התקומת מן המתים. И они не думают о воскресении из мертвых. יש כאלו שצוחקים על זה. Есть люди, которые смеются над этим. ויש כאלו שהידיים שלהם פשוט נפלו והם בכלל כבר הרוסים לגמרי. И есть такие, которые опустили руки и полностью разрушены, разочарованы. כל אחד נמצא בדרך שלו. Каждый проходит свой путь. אבל אני רוצה להראות לכם מה שאול כותב באיגרת אל הקורינתים. Я хочу показать вам, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. זה פרק 15. 15 глава. הוא כותב ככה. הוא בעצם מדבר בדיוק על אותו דבר, על מה שדיברתי עכשיו. Он говорит об этом, о том, что я говорил сейчас. אחי, אני מזכיר לכם את הבשורה שהשמעתי לכם. בשורה אשר גם קיבלתם אותה וגם עומדים אתם בה ובאמצעותה אתם גם נושאים אם מחזיקים אתם בדבר שבשרתי לכם עד הסוף. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если вы нечестно уверовали. יש פה איזשהו תהליך ששאול מזכיר עליו. Есть определенный процесс, который нам напоминает Павел. Умер, а тем шумим это псура за товара решен. Он говорит, во-первых, вы услышали Евангелие, это первое. Валахарлих, а тем цехим ликабелота. Но потом вам нужно принять его. Вы за один лом аспик за шекибальтин. И даже того, что вы приняли, недостаточно. А тем цехим мамаш лягзикба. Вам нужно утвердиться в нем. אתם צריכים לעמוד בה בסורה הזאת. Вам нужно стоять и удерживать это Евангелие. וזה מה שמביא אתכם לישוע. И это то, что приводит вас к спасению. אבל רק אם אתם מחזיקים בה עד הסוף. Но только если вы держитесь до конца. האמונה שלנו זה לא רק דבר שאנחנו מאמינים בו. Наша вера это не только то, во что мы верим. והסימן שישוע נתן לנו
זה תקווה גדולה שאנחנו צריכים להחזיק בה עד הסוף. И знак, который нам дал Иешуа, это огромная надежда, которую мы должны удерживать до конца. וכל נבואה שהייתה אי פעם. И каждое пророчество, которое когда-либо произносилось. לפעמים זה נבואה טובה, זה תקווה לעם. Иногда это были хорошие пророчества, которые давали народу надежду. אנחנו יכולים להבין אותם רק אחרי שהם קראו. Мы можем понять эти пророчества только после того, как они исполнились. וכשישוע דיבר על התקומה מן המתים, שלו. Когда Иешуа говорил о своем собственном воскресении. התלמידים שלו גם לא יכלו להבין על מה הוא מדבר. Ученики тоже не могли понять, о чем он говорит. אלא רק אחרי שזה קרה, הם אומרים, וואו, עכשיו אני מבין על מה זה היה. Но только после того, как это произошло, ученики сказали, да, теперь мы понимаем, о чем он говорит. אתם מכירים מצב כזה? Вы знаете, знакомы с такими ситуациями? שפתאום קורה איתך משהו בחיים, ואז אתה מסתכל אחורה, ואתה אומר, עכשיו אני מבין למה קרה לי איתי משהו כזה מסוים לפני זה. Например, когда вы проходите что-то в жизни, и что-то с вами происходит, и тогда вы понимаете, что прошлые события, произошедшие с вами, они были для определенного смысла, и только сейчас вы понимаете, почему они произошли. Только когда мы смотрим назад, и мы понимаем, для чего мы прошли определенную ситуацию. ואז שאול כותב פה לקורינטים. И тогда здесь Павел пишет Коринфянам. הוא בעצם מבשר להם משהו מסוים. И он передает им нечто особенное. הוא אומר שמשיח מת בעד חטאינו לפי הכתובים. Он говорит, Машиах умер за грехи наши по Писанию. נקבר וקם לתחייה ביום השלישי לפי הכתובים. Он погребен был и воскрес третий день по Писанию. ואחר כך הוא נראה להמון אנשים. А потом он показался многим людям. אתם יודעים מה מיוחד פה? Вы знаете, что здесь особенного? שאול פה אומר ומדייק, אומר, כל מה שקרה עם ישוע זה היה לפי הכתובים. Павел здесь подчеркивает и ставит наше ударение на том, что все, что произошло с Иешуа, это было по Писанию. האמונה שלנו צריכה להתבסס על משהו, זה לא משהו מהאוויר. Наша вера должна на чем-то основываться, она не может быть из воздуха. ויהודי לא היה יכול לקבל משהו חיצוני שהכתובים לא דיברו עליו. И никакой еврей не мог бы принять нечто новое и внешнее, о чем не было до этого написано. גם אם זה היה איזשהו נס ענק, משהו מיוחד. Даже если бы это было какое-то огромное, особенное чудо. אתה לא יכול לקבל את זה אם זה סותר לכתובים, לדבר אלוהים. Ты не можешь это принять, если оно противоречит Слову Божьему, Писанию. אנחנו היום לא חושבים על זה. Сегодня мы об этом не думаем. כי כשבן אדם שהוא לא יהודי, הוא מאמין. Когда человек спасается, который из народов, не еврей. הוא לא אכפת לו, כתובים, לא כתובים. הוא שומע בשורה, ואומר, וואלה, בשורה טובה. Любой другой человек, не еврей, приходящий к Богу, ему все равно, основана его вера на Писании или не основана, он просто услышал благую весть, она ему понравилась, и он принял. זה לא בדיוק שזה לא מבוסס, פשוט לא היה לה שום דבר. Не то, чтобы на ней, у этой веры нет основы, но ему... לא היו לו כתובים מסוימים. Но ему безразлично, потому что у него, у самого нет основы, у него не было в руках Писания. אבל ליהודי זה מאוד חשוב, שכל מה שקורה זה לפי הכתובים. Но для еврея очень важно, чтобы все происходящее соответствовало Писанию. ומה ששאול אומר, אומר, ישוע מת עבור חטאינו לפי הכתובים. И то, что Шаул говорит, он говорит, Иешуа умер за наши грехи по Писанию. למה הוא היה צריך למות לפי הכתובים, ואיפה אנחנו רואים את זה? Почему по Писанию он должен был умереть, где мы это видим? כי יש מספר מקומות שאומרים שחטאינו מפרידים אותנו מאלוהים. Есть несколько мест Писания, которые говорят нам, что грехи наши отделяют нас от Бога. מקום שני שאנחנו כולם מכירים מבראשית, שאלוהים אומר לאדם, שאם אתה אוכל את מה שאסור לך, אתה מת. Второе место, где мы, которое мы знаем, что Бог говорит человеку, если ты ешь то, что тебе нельзя есть, ты умрешь. והדבר השלישי שהוא מאוד חשוב, שרק משהו טהור יכול לכפר את הבן אדם מהחטא שלו.
И третье, что очень важно, что только нечто чистое может искупить человека от греха. Нет сегодня человека, который бы не согрешил. Такого не существует. То есть за каждый грех наш наказание — это смерть. רק תחשבו על זה. Только подумайте об этом. אחד מפריד אותנו מאלוהים, לא רק פה, זה לנצח נצחים. Грех отделяет нас от Бога не только здесь, во веки веков. Элоим הוא טהור. То, потому что Бог, Он свят. ואנחנו חוטאים, אנחנו טמאים. А мы нечистые, мы грешники. אז אנחנו לא יכולים להתחבר איתו ביחד. Поэтому мы не можем соединиться со святым Богом. בגלל זה הייתה מערכת שלמה של קורבנות שהיו מביאים אותם במקום בן אדם. Поэтому сначала Бог дал эту целую систему жертвоприношений, которые приносили жертву вместо людей. Но для того, чтобы искупить все человечество, нужна была другая жертва. Нужна была смерть праведника, на котором нет греха. В Сефер Ишайяу Невуот там очень-очень мазберот על הצדיק הזה. И в книге пророка Исаии все пророчества очень ясно нам объясняют, кто этот праведник. בפרק מ-52 עד פרק 53. 52-53 главы книги Исаии. מדברים על עבד אדוני, צדיק. Говорят о праведнике, рабе Бога. אחד שאין לו חטא. О ком-то, на котором нет греха. Вешуба в носе авон шель кол ха-энушут. И который пришел и взял на себя вину и грех всего мира. Шеу ло аса шум давар ра. Который не сделал ничего плохого. Шело ая шекер бесфатав шело. Который не произнес никогда лжи. Авал он локех эт кол ха-пеша, вэт кол ха-хатаим, вэт кол ха-авон шель кулам. Но все грехи, всю вину, все преступления, все преступления всех нас он берет на себя. וזה בדיוק הנבואה והנה היא מתגשמת בישוע המשיח. И вот это пророчество исполнилось в Машиах Иешуа. אותה נבואה, דרך אגב, מעניין, כשאנחנו קוראים ברוסית, אנחנו רואים שם תרגום אחר קצת. То же пророчество интересно, когда мы читаем на русском языке, то перевод немного другой. בפרק 52, פסוק 13. В 52 главе Исаии, в 13 стихе, и в 15 стихе. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали. Написано, что он приведет народы в изумление. А вот в иврите, что אנחנו קוראים, כתוב שהוא יעשה גויים רבים. А когда мы читаем на иврите, то перевод он окропит многие народы. А миля азот язе, это миля, что משתמשים בה בכל התורה, המון המון פעמים, בעיקר בספר ויקרא. Это слово окропит постоянно используется в Торе, особенно в Левите. כלומר, כל פעם כשהכהן הגדול היה נכנס לבית מקדש והיה שופך דם של הקורבנות, אותה מילה משתמשים שם. То есть каждый раз, когда великий первосвященник заходил в храм и проливал кровь жертвы, используется это слово окропил. כלומר, הוא לוקח את העוון של כולם, והוא בעצם מחפר על כולם על ידי הדם שלו. То есть он берет на себя вину всех, и он искупляет всех посредством своей крови. זו הייתה נבואה. Это было пророчество. והנה משהו שישוע עושה. И вот то, что сделал Иешуа. כתוב שהוא צריך למות, שיקברו אותו. Написано, что он должен был умереть, и что его покарали. בפסוק 53, תקריא 53, פסוק 9. В 53 главе, в 9 стихе написано: «Ему назначили гроб со злодеями, он покрепен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Он не сделал греха, но его похоронили. Он умер за все грехи, и его похоронили. Но потом написано, что он должен был встать и воскреснуть из мертвых. זו הייתה נבואה, וזה מה שגם ישוע דיבר על עצמו. Это было пророчество, это то, о чем Иешуа говорил относительно самого себя. אבל אנשים רבים אומרים, איך זה יכול להיות?
Но многие люди говорят до сих пор, как такого может быть? Как кто-то может воскреснуть из мертвых? И многие люди, которые жили в Коринфе, также задавали такой вопрос. И Шаул говорит, хевре, это не то, что произошло, и никто не знает. И он говорит, это не то, чтобы произошло, и никто об этом не знает. אומר, אנחנו כולנו היינו עדים לזה. Он говорит, все мы были этому свидетелями. כשהוא קם לתחייה, הוא הראה את עצמו לראשונה לפטר. לקיפה. Когда он воскрес из мертвых, он сначала показал себя Петру. ולשימון, פטר, היה לו ממש סטטוס גבוה מאוד באותו זמן. У Симона Петра в то время был очень высокий статус. שאול מדבר על זה כבר אולי 20-25 שנה אחרי שישוע מת וקם לתחייה. שאול говорит об этом где-то 20-25 лет спустя тех событий, когда Иешуа умер и воскрес. הרבה אנשים כבר לא עדים לדבר הזה. Многие люди уже не были свидетелями этого события. הרבה אנשים כבר שואלים שאלות, איך זה יכול להיות? Многие уже задают вопросы, как такое может быть? אבל הוא אומר, גם 12 תלמידים ראו את זה. Но он говорит, также 12 учеников видели это. אבל חוץ מזה, הוא אומר, היו עוד 500 איש שחלקם חיים עד היום. Но кроме того, он говорит, было еще 500 человек, которые частично живы сегодня. תחשבו, אם אנחנו עכשיו, כל מי שיושב פה, היינו באותו זמן. Подумайте, что все мы, которые сейчас находимся здесь, были бы в то время. ויש אנשים ש... יש להם ספק שזה קרה. И были бы среди нас люди, которые сомневались в произошедшем. לפי מילים של שאול, הוא אומר, אתם יכולים לבוא ולדבר עם האנשים האלה. הם נמצאים פה לידכם. То, что Павел говорит Коринфянам, он говорит, вы можете прийти и поговорить с этими людьми, которые были тому свидетелями, они находятся среди вас. הם ממש ראו את זה, ולא בן אדם אחד. Они это видели, не только один человек. 500 איש. 500 человек, как минимум. אתם יכולים לקבל עדות אישית מהם. Вы можете получить от них личное свидетельство. מה שגם הכי מעניין, שגם התלמידים עצמם. И то, что очень интересно, что и сами ученики. כשהם היו מדברים על תקומה מן המתים של ישוע, גם מול סינедрион. Когда они говорили о воскресении из мертвых Иешуа и перед Синедрионом. אף אחד לא אימית אותם. Никто их не умертвил. כי לפי החוק, אם אתה דובר שקר, חייבים להעמיד אותך. Потому что, согласно закону, если ты уже свидетельствуешь, тебя нужно было предать смерти. אבל אפילו אנשים שהיו משרתים בסנהדרין, הם ידעו שזה האמת. Но даже люди, которые сидели в Синедрионе, они знали, что это правда. או לפחות הם פחדו מהעם, כי העם ידע שזו האמת. Или, по крайней мере, они боялись народа, потому что многочисленный народ знал, что это правда. אז הדבר הכי גדול שהם יכלו לעשות, זה רק להרביץ ולהגיד להם, תשתקו ואל תדברו. Поэтому самое большое, что они могли им сделать, побить их и сказать, замолчите, больше не говорите об этом. היו עדים למעשה שישוע קם מן המתים. Были свидетели произошедшему, то, что Иешуа воскрес из мертвых. ולמה אני מדבר על זה היום? И почему я говорю об этом сегодня? כי זו התקווה הכי גדולה שלנו. Потому что это наша самая большая надежда. כי הוא היה הראשון שקם לתחייה. Потому что он был первый, который воскрес из мертвых. בלי תחייה от ישוע מן המתים אין תחייה לאף אחד. Без того, что Иешуа воскрес из мертвых, нет воскресения ни для кого. אין תקווה לאף בן אדם שמאמין בתקומת מן המתים אם ישוע לא קם לתחייה. Если Иешуа не воскрес из мертвых, то нет надежды ни для одного человека, который верит в воскресение. והכי בעיה, כמו ששאול אומר פה, אם אנחנו מקווים או תולעים את התקווה שלנו בישוע רק בזמן הזה, אז אנחנו אנשים הכי אומללים בעולם. И как Павел говорит об этом в другом месте, что если наша надежда на Иешуа только в этой жизни, то мы самые несчастные из всех людей. יש לנו לפעמים מצבים קשים בחיים. У нас иногда есть сложные ситуации в жизни. אנחנו מביאים אותם לפני אלוהים, אבל לא תמיד הכל מסתדר כמו שהיינו רוצים. Мы все приносим их перед Богом, но не всегда устраивается все, как мы хотим. אבל התקווה שלנו היא לא רק פה בעולם הזה. Но наша надежда не только здесь, в этом мире. אלא מה שיקרה לנו.
Но то, что произойдет с нами. Шима нахну маминим Бейшуа. Если мы верим в Иешуа. Аль шеу кам летхия. Что он воскрес из мертвых. Ваолхим има эмуна азот ад асоф. И до конца идем с этой верой. Анахну накум ито бияхад летхия вниеем Элоим ланецах. Тогда мы воскреснем с ним вместе и будем с Богом во веки веков. Зе атиква ахи гдоля ше еш лан. Это самая большая надежда, которая есть у нас. Везе ма ше нотен лану идут лехаим. И это то, что дает нам ободрение для жизни. Зе ма ше царих леаким отану, леамших лалехет гам. Это то, что нас должно поднять, и на, опираясь на эту надежду, мы должны продолжать идти, даже если нам сложно. Я хочу спросить, задать вам вопрос. Здесь есть новые репатрианты, здесь есть люди, которые уже давно живут, но каждый на определенном этапе своей жизни вы приняли решение и репатриироваться в Израиль. Этот этап был очень важный в вашей жизни, правильно? Это был важный период, правильно? У нас есть разные и важные периоды в жизни. איזה מקום עבודה לבחור? Возможно, мы стоим перед выбором, на какую работу пойти. איזה מקצוע ללמוד? Какую профессию выучить? האם לעבור או לחזור לארץ ישראל או לא? Вернуться ли в Израиль или нет? יש או לקנות דירה או לא לקנות דירה? Купить квартиру или не покупать? כלומר, דברים חשובים בחיינו. То есть у нас в жизни есть очень много разных выборов и решений. ואנחנו משקיעים מאמץ. כדי לחקור את הנושא הזה ולהבין מה כדאי לי לעשות. Мы прилагаем усилия для того, чтобы изучить определенную ситуацию и понять, какой выбор нам нужно сделать. אנחנו גם מתחילים קצת לחקור את הנושא כדי להיות יותר בטוחים שהצד שלנו נכון. Мы даже где-то больше копаемся и пытаемся понять свою ситуацию для того, чтобы знать, что принятое нами решение будет правильным. אתם מסכימים איתי? Вы со мной согласны? לפני צעד חשוב אתם שמים מחשבה. Перед тем как сделать важный шаг, правильно же, чтобы его обдумываете. ואני שואל אתכם. Я хочу задать вам вопрос. האם הצעד או המחשבה איפה אנחנו נהיה לנצח? האם זה לא יותר חשוב מזה? Разве мысль о том, где мы будем пребывать в вечности, не самое важное? האם מה יקרה איתנו לנצח נצחים זה לא יותר חשוב מציון במבחן או מזה שפיטרו אותי מעבודה או לא פיטרו? Разве то, где мы будем находиться в вечности, не важнее оценки, которую я получу на экзамене, или уволят меня с работы или нет? אולי מחר אתה לא תתעורר. Может быть, завтра ты уже не проснешься. אנחנו חוקרים את הנושאים לצעדים חשובים. Мы изучаем темы для того, чтобы принять важные, сделать важные шаги. אבל לא משקיעים שום מאמץ על דבר הכי חשוב בחיינו. איפה אנחנו נהיה לנצח? Но мы не прилагаем никакого усилия для самого важного и вечного. Где мы будем находиться в вечности? אנחנו חושבים שזה יסתדר איכשהו בעצמו. Мы думаем, что все само собой разумеющимся образом устроится. או שאנחנו אחר כך נחשוב על זה כשיהיה לנו זמן. Или потом об этом подумаем, когда у нас будет больше времени. Возможно, у тебя уже не будет времени. אבל עכשיו יש לך הזדמנות, כשאתה חי, להחליט מה יקרה לנצח נצחים. Но сейчас, пока ты живешь на этой земле, у тебя есть возможность решить, что с тобой будет во веки веков. בישועה יש לנו תקווה שאנחנו נהיה עם אלוהים. בישועה у нас есть надежда, что мы будем с Богом. באיגרת אל העברים, בפרק 10. В послании к евреям в 10 главе написано. Там כתוב שהצדיק באמונתו יחיה. Написано, праведный верой уже будет. אנחנו לפעמים לוקחים את הפסוק הזה ואומרים, לכל אחד אמונה משלנו. Мы иногда берем это место писания и говорим, у каждого своя вера. אני מאמין ככה, אתה מאמין ככה. Я верю так, ты веришь по-другому. אז אל תספר לי את השטויות שלך. Поэтому не надо мне твои свою ерунду рассказывать. אבל כשאתה מסתכל לטקסט, הוא מדבר על משהו אחר. Но когда ты смотришь на текст, текст говорит о другом. הצדיק באמונתו יחיה. Он говорит, ומי שיסוג לא תחפוץ נפשי בו. Праведный верой уже будет, а кто усомнится, не благоволит к тому душа моя. אבל אנחנו לא מן הנסוגים. Но мы не сомневающихся. אלא אנחנו מחזיקים בתקווה. А мы держимся за надежду. שיום אחד. Что в один день. נהיה עם אלוהים. Мы будем с Богом. ואם לא. Если нет.
азрак мишпат веонеш. То ждет только нас суд и наказание. А имуна шелану. Наша вера. Зо шатиква и титкаем. Основана на том, что наша надежда исполнится. זה האמונה, זה גם הגדרה של האמונה. Это наша вера, это утверждение нашей веры. Рак им אנחנו מחזיקים בה עד הסוף. Только если мы держимся за веру до конца. אנחנו נראה פתאום את הפירות. Мы увидим плоды. אנחנו נסתכל ונגיד, הנה זה קרה. Мы увидим и скажем, вот это произошло. כמו שהרבה נבואות קרו. Как произошли многие пророчества. ואנשים יוכלו להיות עדים לזה. И люди были этому свидетелями. זו האמונה. שצדיק מחזיק בה. Это вера, за которую держится праведник. זו האמונה שצדיק הולך לפי האמונה הזאת. Это вера, по которой идет праведник. אנחנו לא מן הנסוגים. Мы не сомневающиеся. אלה מחזיקים בתקווה עד הסוף. Но держащиеся за надежду до самого конца. אז אני רוצה פשוט להגיד לכם. Я хочу сказать вам. תשקיעו מחשבה. Вы вкладываете в... думайте об этом. מה מחכה לכם? Думайте о том, что ждет вас. Вы матем יכולים לעשות היום כדי להגיע. И что вы можете נצח, נצחים. Делать сегодня, чтобы подойти к Богу и быть с Ним во веки веков. יש המון דברים שאנחנו לא רואים. Есть много вещей, которых мы не видим. אבל זה לא אומר שהם לא קיימים. Но это не значит, что их не существует. Вам Иешуа אמר לתומס. Однажды Иешуа сказал Фоме. אשרי אנשים. שלא רואים, אך מאמינים. Блаженны не видевшие, но уверующие. יכול להיות שאנחנו זה בדיוק האנשים האלה. Возможно, мы и есть те люди. אנחנו לא רואים, אבל מאמינים. Мы не увидели, но мы поверили. ויום אחד אנחנו נקבל הוכחות לאמונה שלנו. И в один день мы получим доказательства нашей веры. אני רוצה להתפלל. Я хочу помолиться. אבא, אנחנו מודים לך. Отец, мы благодарим тебя. А вот Маша Иешуа сам урей. За то, что Иешуа сделал за нас. Что уникал тану миколь хэ. Что он очистил нас от всякого греха. Умет ли там литхия, лифия ктуби. Он умер и воскрес из мертвых по Писанию. Вы ешь вам утеква, что йом эхад, анахну не ей то. И у нас есть надежда, что в один день мы будем с ним. כמו שהוא קם לתחייה, גם אנחנו נקום ונהיה מנועים לנצח נצחים. Как он воскрес из мертвых в один день, мы воскреснем и будем с Богом во веки веков. תעזור לנו להחזיק בתקווה הזאת. Помоги нам держаться за эту надежду. תעזור לנו לנצח כל תסכול שיש בחיינו. Помоги нам победить всякое разочарование, которое есть в нашей жизни. אם נפלו ידינו, תרים אותם, אבא. Если у нас упали руки, подними их, отец. להחזיק בתקווה. Помоги нам держаться за надежду. כמו כל צדיק שבו אמונתו יחיה. Как каждый праведник, который верой своей будет жить. בשם ישוע. Во имя Иешуа. Аминь.